Сегодня у нас 12 августа 2021 год. Так это то, что осталось от него. Ты же видишь, скелет. От кого? От коршуна? Нога торчит. Нет, почему? Нет, коршун-то большой. Это нет, это не коршун. Это птичка какая-то была. Это этот. Типа селезня или этот. Утки. Утка, одним словом. Ты видишь, что от него осталось. Один скелет. То есть мясо все. Перебили. Это можно с собой забрать. Кого? В экспонат, Игнат Тихонович. Да-да-да, возьмем. Я еще говорю. Максим, возьми, держи в руках. А что, вы могли бы по жерди пройти, да и все. Нет, ну я посмотреть. Вот отсюда я могу, да. И сюда вот так становиться, да? Прямо наверх залазьте, на эту вот жерди. Прямо. Надо все взять, краску взять. Я подам. Подашь все? Да, конечно. Подожди, а, через меня. Сейчас Максим будет... Максим будет... Смотри, Володя, она еле дышит. Кто дышит? Да что она дышит-то? Она вот здесь вообще не сидела. Что? Точно наступали? Мы, да, ходили. Просто этот балансир держите и все. Ага. Так, через меня. Дядь Вова, камышом размешайте краску. Камышом размешайте. Каким камышом? Растворится там. Еще как это растворится? Да вот так вот, он мягкий. Ну что? Вот здесь я держу, да. Давай тогда так, до половины этого краски мы сюда идем. Ну давайте. Что, краску подавай? Надо ее размешать чем-то. А чем ее размешать? Дай Максим, пускай держит. Он умеет снимать. Так. Да вы чего? Это дорогой аппарат. Ну и что, держи-ка, покажи. Да вы чего? Нет, нет. Я не буду, да вы чего? Он дорогой? У нас сегодня время ищет. Ну ладно, ага. Не будем давать ему туда. Да вы чего, дорогой аппарат? Так, ну, ладно, все, перестань. Не будем тебе давать ничего. Подержи, вот как ну, это хорошо. Это белое? Надо палочкой обязательно размешать. Нет, это размешано белое. Размешано? Я ее наливал из ведра сегодня. Ну давай кисточку мне, Максим. Кисточку давай, возьми. Бери кисточку. Какую кисточку? Вон в баночке кисточка. В баночке? Да. На, вот. Все, раз. Бери. Пошли вперед, бабушки. Аккуратно не упади. Камыш-то положи, зачем ты берешь? Если будешь падать, так вот. Я дорогу знаю. Падать тут не надо. Держи. Давай мне кисточку. Сюда вот руку протяни. Молодец, все. Вот видишь, ведерко-то надо это. То есть вот это вот, вот она первая белая. Потом вот тут идет белое дальше. Я поняла. Издалека будешь показывать мне. Надо ага. Было все-таки подвесить. Ладно. Господи, благословим. Богом. Скотч-то не нужен уже, да? Так и подкрасим. Вот, я боюсь, надо было пустое. Есть пустое ведерко? Есть. Не взяли, наверное, да? Есть. Вот пустое надо чуть-чуть красочки наливать. А это ты много вот. Я вдруг раздавлю. Сейчас я попробую вот так. Подожди, ладно, белую вот так попробую. Максим, отойди подальше, а то на тебя капнут, потом не смоешь. А на 5 секунд? Краска что-то красная идет, поэтому. А да потому что это, сама кисточка, видимо, красная была. А ты что, не помыл бензин? Ну давай я тогда с этой стороны пока. Прокрасим, давай красный пока. Где красная? Вот это? Посередине? Да вот она красная. Вот она, вот, напротив вас как раз. Вот тут, да. Синяя, да? Да. Сейчас чуть-чуть пока разойдется. Тогда белым никак нельзя, ну же, видишь, надо было пройти. Ну, сейчас пройду чуть-чуть. Да. Трудно, однако, в положении. Ну, не бросай ничего. Зачем ты бросаешь? Аккуратно. Ну, а зачем ты? А зачем срывал тогда? Ну, что, красиво ведь? Красиво. Он растворяется. Ты как Степа, да? Ну, да, он Степе уподобляется. Нет. А где так нога вот эта? Вот все белые краски. Я пока попробую. А как туда-то мы добремся? Ну как, вот так вот. Сразу видно. Горожане такие же, как я. Ну я-то к рязачах пойду. Что? Я-то пройду спокойно, а ты-то точно не пойдешь. Почему не пройду? Ну потому что там вода бежит. Вода бежит. Все бежит. Нет, это думаете.
Максим, не разговаривай. Вот один. Ну и чего? Ты смотри сюда за, на меня. Максим, где красит? Под низом-то. Покрасила я или нет? Все, отлично. Угу. Вот здесь вот, вот этот край еще немножко надо. Вот здесь сбоку, да. Угу. А вот этот край. А этот? Вот этот, да, да, да. Я боялась, что синий это. Вот тут? Вот, да, да, да. Зашла, все, все, пойдет. Все, хорошо у вас получилось. Да тут и я смогу пройти. Тут и я смогу пройти. То есть с той стороны не мажьте, а то потом замараться можно будет. А я думала, надо. Нет. С той стороны не надо, да? Нет, нет, нет. Ага. Вы же потом... Так, сейчас не следующую белую брать, да? Ну и следующую придется. Отойди, а, Максим, уйди оттуда, там болото. У нас кисточка-то одна. А, одна? Значит, мне все белые пройти, а потом красный, да? Да. Одна кисточка, ну ладно. Точно я здесь жертв не выдержу. Да, выдержит, выдержит. Так, следующий белый где мне? Значит, красный. Вот это белое сейчас, да? Да. Да. Вот так вот, правильно, Володя, белое? До конца вот сюда? Да, ну, да, мам. Потом синяя идет. Ну, надо как-то равномерно сделать. Ну, давай, смотри. Вот синяя, вот красная. Синюю побольше надо будет сделать еще. Синюю побольше и красную побольше, да? Да. А белая вот эта, да? Да. Угу. Ну, как там белую сейчас сделаю, да? Угу. Со своей стороны только не красьте там. Какой? С ну, стой, красить, да. А? Потому думала, что придется там... Сторон надо, ты скажешь. Все с боком. Молодцы, бабушка, хорошо красит. Дядь Вова, а что, мы не можем туда перейти? Зачем тебе приходи? Я вижу там камни, я смогу пройти. Да зачем тебе приходи? Ну, пожалуйста. Ну, потерпи пока. Мы сейчас подаешь белый покрасим, мы можем подавать. Ты сейчас будешь, высохнет. Подавай же сейчас, будешь помогать все. А туда пройдешь, что тебе там стоять? Там красить пока не надо. А вторая кисточка-то где она? У Надежды Васильевны, что ли? Нет, я ее принесла. А где она? Что-то я... Эту-то я нашел в другом месте совершенно. А, нет, я на то же место поставила за дверью. Нет, я там... За дверью банка стояла, там она была. Нет. Ты не посмотрел? Не было, не было ее там. Не было? Может, где-то со самой дверью, там может быть. Да, за дверью. Хотя бы спросил меня. Я думал, ты ее взял, эту кисточку. Нет, да, да. Нет, нет. Ну ладно, все как обычно. А чего, блядь? Как мы будем эту-то краску перемешивать? Мне, может, пока палочку побегать, поискать? Ну, поищи. Побегай. Надо из подъезда, да, Володя? Ну да, надо, ага. Да, сегодня денек хоть такой светленький, солнышко. Уже несколько дней дожди шли. Тут написано дно каменистое. Вот. Здесь тоже надо будет потом железную поставить. Надпись, потому что там эта бумага опять тоже пожелтела, скружилась от дождя. Это не то это. А то, что вот сделали железку с той стороны, там уже лучше будет намного. Да, 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 отлично получилось. Ага. Ну вообще, конечно, более правильно, я сейчас тоже вас по жердям целую. Даже не по жердям, а распределить на три каждую часть. Надо было все-таки. Ну тут же жердь больше. Да, она, да. И получается тут флаг больше, тут да. Больше. Ну да. А не так, чтобы идти, да? Ну давайте вот эту распределим, вот сделаем. Это, да? Да. Ну вот она идет синяя. Вот синяя. Вот примерно вот так, где руку держите сейчас с ведерком, вот так примерно синяя будет. Синяя. Тут красная. Красная, а там белая. Вот белая, вернее. А тут что-то белое. Нет, нет, нет. Получается, что белое надо вот там в конце делать вообще. Нет, а так неправильно. Красный внизу. Внизу. А где красный, тут? А где синий, тут? Синий, белый, видишь? Вот так и сделаем. Красный вот так. А белый. Где тут? А где тут низ-то? А? А у нас единица тогда белый, да? Ты видишь белый? Я потом. Я говорю белый. Я про это и говорю сейчас. Ну да, смотри, давай тогда не будем мудрить. Вот синий идет опять. Да, я про это и сказал, да. Синий, а потом белый, красный. Синий, красный.
И белый. Белый, синий, красный. На три части. Видел, да? Да. Разделим так же, да? Да. Тут вот два флага будет. Не подумали об этом. Сделать два флага или как? Или смотри, я могу белый это вот так продлить. Что ты? Я могу белый вот так продлить. Нашел палку. А опять они неравномерно будут. Смотреть. Палку нашел, помолился и палку нашел. Ну давай смотри, распределяй. Значит, получается красный. Вот красный был раньше. Сейчас мы можем любой сделать. Синий, красный, синий, белый. А тут уже, видишь, получается маленький. Ну давайте так и сделаем. Продлите белый. Да. Продлите белый, да. До красного вот это синее замазать надо. Сейчас, подожди, Володь. Смотри, давай сначала. Вот этот первый флаг. Вот белый вот так будет, допустим. Синий вот так. И красный вот так. А белый снова, понимаешь? Белый, да? Да, да? Продлеваем? Да. Тогда правильно. А вы могли бы мне дать какой-нибудь размер? Вот одну палочку вот такую дать, и я бы его так мерила, и тут палочка. Нет никакой? Ну, они разные. А вот этот камыш, нет? Как разные? Одну палку на все. Нет, я говорю, вот эти, это расстояние разное. Ой, я как раз... А нам не надо, мы делаем как одну жертву, Володя. Бабушка, я как раз такую палку выбрала. Мы же берем как одну жертву. Вот так. Бабушка, я как раз такую палку вот так, ровно будет выбрала. Будет вот так белый. Это так. Разве палка? Делать, да нет, это белый, я другую синий, взял. Снова белый. Я выбросил вон туда палку. Давай так и сделаем. Ладно? Ладно. Тогда я смотри. Вот это белое остается. Я не буду продлевать. Смотри. Белый, синий и красный. Вот этот будет. Одна жертва такая большая будет. Ладно? Снова белый. Делаем больше. Синий и красный. Там, где я покрасила белым, будет красный. Не понял немножко. А? Вы хотите вот это, то, что между белыми, это как? Это жертв флаг, и это жертв флаг, и та жертв флаг. Не хочешь так? А, то, что на три части каждая? Да, да, да. Так и должно давай? Быть. Да, так. Ну, вот это и уже да. Белый, я там продлю потом. Я об этом и говорю, да? Да, давай так я делаю. Значит, сейчас вот мне надо жертв разделить на три части. Вот как лучше-то? Тебе видно хорошо отсюда? Ну, видно, да. Бабушка, на палочке. Да это маленькая. Надо как, вот это. Так надо все приложить. А как? Ну, давай, смотри. Вот если я вот так положу. Вот мне надо подчертить, дебилая. Хотя бы длинная. Бабушка, а вот такая вот палочка. Ну, сейчас вот он положит. Если нам вот такую длинную делать. Сейчас. Вот. Вот от этого. А вот это от конца делать или как? Или вот ну вот я думаю, особушка. А может, вот отсюда, пока да? Краску ну. Размешаю. Вот раз. Сейчас вторая сейчас сделаем. Белая. Это вот два. Это синяя будет, да? Да, да, да. И вот как раз будет сейчас вот так три. О, отлично, прям вот ходит. Подходит все. Все, вот я пометила. Запомнили? Да, да, да. Вот у меня. Вот у меня будет это. И вот у меня здесь. Все? Видел? Угу. Все, я крашу белое. Значит, я там пошла опять назад, вернусь. Володя, подожди, я возвращаюсь. Потому что я тут испачкаюсь, если спрошу. Ага. Я возвращаюсь и делю вот эту белую сейчас. Докрашиваю. Хорошо? Вот дядя Вова, белую, да? Может, я пока... Какую белую не понял? Ну вот эту белую надо продлить. Может, я пока краску размешаю? А зачем? А как посередине у вас войдет красное и синее? Никак. Вот эта жертва, тоже флаг такой длинный же будет. Не знаю. Ну как, а ты что? Ну это же жертва, короче. Вот белая, красная и синяя та. Синюю белую не будет. Я ее закрашу синим. Ну а здесь-то получится у вас другие части. Получится совершенно по-другому. Белая, красная, синяя. Вот я и говорю, так другие точно так же надо распределить. А это и есть белая, красная, синяя. Да, белая закрасится синим. Которую я провела сейчас. Не-не-не. А? Надо каждую часть сделать флаг. Каждую часть. Так я и делаю, Володь. Смотри, вот сейчас мне здесь надо вот эту белую продлить. Вот белая, потом вот так красная, вот так потом будет синяя. Где ну а как ее синюю-то закрасить, а? Когда уже белым покрасили? Ну, закрасим синим. Белая закрашивается синим. Ну, не знаю. Синяя нельзя закрасить. Она же не просохла еще. Просохнет. Ну смотрите, делайте. Я тебе говорю про это. Может, я пока вот краску мне еще размешаю. Надо разделить вот эту, Володь. Я краску размешаю. Слышишь, Володь, вот эту часть надо на три части тоже разделить. Вот смотри, если вот так, Вова. И вот здесь. Вы можете это, мне да? Краску открыть? Да, да. Угу. Че, я не тебе говорю.
Ну ладно, слава богу за все. Вот сегодня мы на первом мостике приехали покрасить. Сейчас вот тут вот брат Игорь едет. Вот сестра Марина красит наш российский флаг жерди. Вот Максим тоже стоит здесь. Вот-то не развивай, разину уру. Слава богу, проехал. Ну, у них 8 машин. Проходимые. Это у нас сегодня 12 августа 2021 год. Вот начали красить. Ну правильно, у тебя же глаза отсюда так, лучше видят. Бабушка, а мы не знаем, чем синюю краску открыть. Ножа нету, что ли? Не-не-не, все открой, не беспокойся. Просто я решил заснять. Ты моментчик вот здесь. Очень много. Ну вот так, слава богу за все. Аллилуйя. Максим решил помочь бабушке Марине Нарьянмара с покраской этих жердинок. Это у нас Игнат Тихонович любит русский флаг. Вот, где его? Белое, синее, красное. Вот осталось еще там красным дополнить, да? Сейчас Максим красит. Из Нарьянмара, Емельянов. Максим не залазит, он там красит. Зачем ты залазишь? Где только красный красит? Потом по немножко накрасит. Под низу будет присядь. Тяжелый это труд, Максим? Да, ну. Нравится тебе? Нормально. Старайся не задевать чужие предметы. Какой-то. Да, посмотри на камеру. Да, посмотрел уже. Да, мне за Володьком. Посмотри. Старается. Только здесь комарики немножко, да? Ну, совсем мало. Да, это разве комарики? Да, это вообще нет. Не, возле воды я не вижу. Вот так вообще комарики. Удивительный год. С обратной стороны пыль. Синими не задевай, не подходи с этими, я сама подходила. Присядь ниже и посмотри на него. Еще на коленке, вот так. Поставь эту краску на пол. На пол краску поставь, к синему не подходи вообще близко. Thank you.
А представь, люди есть, которые целыми днями это занимаются этим. Красят, белят, штукатурят, шпаклюют. Сейчас отделочники этим занимаются. Покрасить, передашь бабушке, я здесь буду красить. Все? Вон наверху еще там немножко, да. Да-да-да, вот здесь. Еще дерево ближе. Левее еще покрас. Краску к себе не прижимай только. Левее. Вот да. А, все, это тень. Давайте красками. Все, передавай эстафету бабушке. Здесь а потом что сюда. Пускай это потом туда к ведерку пойдет. А ты уже одну покрасила. Кисточку. Все. Ты где тут? Оставь ее, что-то это синяя краска. Ну что, Максим, что скажешь? Понравилось, нет? Во, мы вот этот подкурили. Тебе спросили, тебе понравилось или нет? Да, конечно. Во, подплыл мой вот этот. Балька называется. Галька, да. Балька. Балька. С вашими названиями камыша уже. Мы его выжимаем и туда снимаем. Прям как молния мчится. Вот, летит как молния. Здесь вот надписи есть, что дно каменистое. Здесь вот на железе написали. Было сперва сделано на бумаге картон, сверху стекло, но туда вода проникла и картон замочился с бумагой. Предложили вот такой вариант на железе сделать. Ну, получилось, слава богу. Аллилуйя. Кончили сегодня с покраской. Вернее, не мы, хотя можно сказать и мы. Мы все дружно. Максим, потому что помогал тоже бабушке. И Володя помогал. Да, я чего это? Уносил я сегодня, подмастерье был. А вы как мастера были, художники. Да, вот мне лепту совместили. Да. Белый, синий, красный, белый, синий, красный. Синим этот столбик-то не надо, но каменистый было покрасить. Это сейчас промывает. Кисточку. Вот сейчас посмотрим нашу красоту в виде российского флага. То есть красное, белое. Ой, красно-синее, белое. Красно-синее, белое. Красно-синее, белое. Красный престол. Красно-синее, белое. Какое красное? Вы что? Если толкование точно не помните, не говорите. Красное — это земля, пропитанная кровью. Синее небо нас так манит, а белое — это престол, да. Престол Божий. Потому что все предстанем на суд Божий. И с этой стороны тоже вот. Сейчас покажу. То же самое. Закрашено. Вот оно. Сейчас постараюсь еще дальше пройти тут. Еще немножко. Дальше показать, как там выглядит. Вот. Тут у нас несколько дней уже дожди шли, потому грязновато тут. Сегодня вот только день без дождя. Это вот сваи уже тут завалились. Камнями, видимо, давануло их. Это зимой снег, когда навалило.
Ну, здесь вот железная такая вот табличка, но каменистая. Сперва было под стеклышком, бумажка сделана. Но она начала размыкать, и стеклышко было сломанное. Решили сделать железное. Ну, тут еще могут сделать, конечно, тоже. Опять же, как он знак на втором мостике расстреляли из ружья дробью. Вот так вот. Видно, что сестра Марина увлеклась. Понравилось ей. Максим, ничего не бросай. Спрос будет, закажи камушек с тебя. Брошенную воду. Потому что это все привозилось, приносилось, раскладывалось, так что ничего не бросай никуда. Вон там уточки сидят. Подальше от нас держатся, опасаются. Да и правильно делают. Ну вот так вот. Чудные дела Господа. Чудные велики. Слава Богу за все. Аллилуйя.